We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon, ladies and gentlemen, those of us who are with us, and good evening. Добрый день, дамы и господа. Сердечно приветствую всех, кто собрались в Катовице, и всех, кто присоединится к нам посредством интернета. Благодарю за то, что вы с нами. Благодарю за то, что вы хотите участвовать в этой сессии, итоговой сессии, в ходе которой каждый сможет взять слово, если только захочет. У нас час. И постараемся не продлевать это. И сразу предоставляем слово вам, аудитории, как той, которая собралась с нами на месте в Катовице, так и тем, кто с нами собрались онлайн. И просим делиться вашими замечаниями, впечатлениями о том, что пошло хорошо, что не совсем удалось, что вы советовали бы или рекомендовали на будущее. Просьба пользоваться микрофонами. В зале микрофоны, три микрофона. Кто хочет, может встать рядом с каждым из этих микрофонов. И сделаем это так, что когда кто-то поднимет руку, чтобы высказаться в микрофон, мы перейдем к микрофону, к определенному микрофону, первому, второму или третьему, а потом предоставим слово тем, кто участвует с нами через интернет. Итак, вначале позвольте мне представить лиц, которые сначала к вам обратятся с короткими своими выступлениями, а потом будет открыт раунд, посвященный для вопросов. С моей правой стороны председатель многосторонней консультативной группы, госпожа Анриет Эстерхайзен. Спасибо за то, что вы меня представили. Надеюсь, что эта сессия окажется у нас очень креативной и станет стимулом для дальнейших размышлений. С нами также Мария Франческа Спатилас. То есть заместитель генерального секретаря. Добрый день, сердечно всех приветствую, как тех, кто с нами в зале, так и те, кто участвовали в саммите по цифровому, по управлению интернетом 2021 года. Сессий было множество, а я рада и на эту сессию, в ходе которой, как я надеюсь, мы с ваших уст услышим то, что вы думаете, как вы воспринимаете наши встречи. С нами также господин Пол Митчель, председатель многосторонней консультативной группы с 2022 года. Добрый день. Спасибо за предоставление мне возможности высказаться. Позвольте мне поблагодарить всех за работу, особенно Анриет, за то, как замечательно она управляла работами многосторонней консультативной группы. Всех тех, кто вовлекались в работу группы и в подготовку цифрового саммита в духе многостороннего сотрудничества. Спасибо, и я вам благодарен. И последнее, но не менее важное, это человек, который отвечал за согласование и проведение этого события, мероприятия, господин министр Кшиштоф Шуберт. Спасибо. Спасибо всем за то, что были с нами на протяжении всей этой недели. И с нетерпением я жду ваши комментарии, пожелания, рекомендации. Спасибо, господин министр. И приглашаю. Перед нами раунд вопросов. Времени у нас немного, ведь перед нами еще закрывающая сессия цифрового саммита. Тогда не бойтесь, представляйтесь, задавайте вопрос, выскажите свой комментарий, скажите, как вас зовут, представляете ли вы конкретную группу заинтересованных лиц,
сказали мне, что на экране будут отображаться часы. Вам предоставляется 90 секунд. Можно ли мне снять маску? Да, спасибо. Итак, я активистка в пользу прав человека. Меня зовут Адил. Я из Судана. И я высказываюсь от моего собственного имени. Судан — это страна, в которой в 2019 году произошла революция, и здесь бывают случаи отключения интернета в нашей стране. Я с любопытством прислушивалась к сессиям в ходе этого саммита. Я участвовала во многих сессиях, но немного в ходе этих сессий говорилось о случаях отключения, отсечения доступности интернета. Это тема, которая должна быть озвучена более широко. И давайте не будем забывать о том, что в Судане сектор телекоммуникаций контролируется военными командующими. В связи с этим в 2019 году функционирование интернета было в нашей стране приостановлено. Невозможно было с ним соединиться. Мы видим, как сильно отрицательным явлением это было. Очередное отключение произошло 25 октября сего года из-за военного переворота, который произошел в нашей стране и, к сожалению, привел к нарушению прав человека и к гибели многих людей, которые стали жертвами этого негативного события. Я хотела бы обратить ваше внимание на материалы, которые на эту тему доступны, чтобы расширять общественное сознание на эту тему. Итак, подобные события происходят не только в Судане, но в Того и других странах. Спасибо за эти замечания. Я только хочу упомянуть, что мы понимаем, что это очень серьезные вопросы, которые стоят обсуждения. Давайте помнить о том, что наш форум — это многосторонний форум, форум, который действует по модели инициативы снизу вверх, но будем пытаться избегать тенденции типа указать пальцем виновного и его обвинять. Мы хотим услышать голоса всех заинтересованных сторон и групп заинтересованных лиц. Вы правы, дискуссия с участием всех заинтересованных лиц необходима, но это может быть и рекомендация для будущего саммита. Спасибо, это действительно похвальная инициатива. Благодарю, что вы о ней упомянули. А мы уже отмечали этот вопрос на саммите в Женеве. Одна сессия была посвящена отключениям интернета, и этого типа явления также указывается в документе, который готовится в рамках этого саммита. Конечно, это весьма негативные происшествия. Их необходимо указывать, говорить о них. Я думаю, что в будущем году это будет тема одной из главных сессий. Но это не значит, что мы не затрагивали эту тему вообще. Мы говорили, но, по-видимому, эту тему необходимо еще сильнее подчеркивать. И надеюсь, что в будущем году это будет один из элементов, о которых мы будем говорить в рамках одной из главных сессий, как это имело место в 2017 году и частично в 2018 году в Париже. Вы правы, действительно, в Берлине это не была одна из главных тем, но мы не можем говорить, что мы избегаем этой темы. Но ваш комментарий весьма похвальный. Просим следующего выступающего. Спасибо. Меня зовут Ненна. И я говорю от себя. Я участвовала в саммите IGF в этом году. Я хотела бы поблагодарить организаторов из Польши за то, что нам была предоставлена возможность пользоваться конференц-залами. И я зарезервировала для себя такой час на то, чтобы провести дискуссию о менторинге. И я хотела сказать, что среди нас есть люди, которые участвуют в работах IGF впервые. Некоторые
из них с нами на месте, некоторые соединяются с нами через интернет. Я бы хотела подсказать следующее. Может быть, в будущем мы должны проводить такие сессии по менторингу, особенно направленные к молодым людям. Я говорю на французском языке, к счастью, и благодаря этому я могла связаться и поговорить с людьми из Буркина-Фасо, которые не могли к нам приехать. Я могла им объяснить возможные проблемы, связанные с личным участием в этом саммите. Так что, если это возможно, то на будущий выпуск мы должны, для будущего выпуска мы должны назначить таких менторов и проводить такие сессии менторинга в рамках цифрового саммита ООН. Спасибо, это все с моей стороны. Благодарим, Нена. И следующий желающий выступить, это будет представитель цифрового хаба из Ганы. Если можно, просим соединить нас с нашим удаленным хабом в Гане. Еще дожидаемся. Добрый день. Я из Ганы, я представляю один из университетов этой страны, и я хотела бы отметить то, как формируется мой опыт, связанный с цифровым саммитом. Я бы хотела поблагодарить Польшу за то, что благодаря организаторам у нас есть возможность встретиться. Я бы хотела также подчеркнуть то, что в ходе этого саммита мы могли обсуждать такие вопросы, как управление интернетом. Я рада, что мы могли предоставить слово всем заинтересованным, независимо от их возраста, вида занятия или интересов или пола. Необходимо отметить, что все они могут принимать участие в работах нашего саммита. Я также считаю, что также представители Африки должны все более активно участвовать в работах таких объединений, как то, которое предоставляет возможность провести цифровой саммит ООН. Благодарю. И следующий человек. Меня зовут Касан Габриэль. Я приехал из Танзании, и я также представляю организацию «Интернет». Цифровые права — это также права человека. Значит, мы не можем позволить себе тишину. Наши голоса должны быть услышаны. Мы нуждаемся в многостороннем подходе. Мы нуждаемся в полном включении. И я сам свидетель того, что интернет имеет огромную силу. Я, можно сказать, использую возможности, которые нам предоставляет интернет, но знаю, что интернет может служить для наружного наблюдения. Итак, где нам искать равновесие в этом плане? Давайте помнить о том, что все еще интернет не вполне открыт, не вполне демократичен. И мы хотим формировать политики, хотим ставить человека в центре интересов. Кто-то когда-то сказал, что тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее, а кто контролирует настоящее время, контролирует прошлое. Давайте подумаем о том, как выглядит интернет. Вполне ли он демократичен и действительно ли должен ли он использоваться для осуществления контроля за кем-либо? Спасибо. Спасибо. Меня зовут Кори Доктор, и я высказываюсь от своего имени, и я представляю также интернет. И спасибо за предоставление мне слова. Я хотел бы также прокомментировать то, что сказала доктор Айди. Необходимо сказать, что ООН считает, что отсечение доступа к интернету является деянием, которое является собой нарушение международного права, в том числе 3-й части 19 статьи Международного соглашения по гражданским и политическим правам. Итак, ООН призывает все страны к тому, чтобы избегать этого типа явлений. И
с целью, чтобы все решились подписать обязательные для всех договора, которые позволят соблюдать международные права. Мы должны принимать такие документы и привлекать подписавших их сторон к ответственности за подписанные собой договора. Мы должны также в этом плане приглашать на наши встречи, особенно на ближайший саммит IGF, также представителей правительств и технологических компаний, чтобы они могли поговорить с представителями молодого поколения, объединенными вокруг молодежного саммита IGF, чтобы поговорить о них о таких вопросах, как отключение интернета. Спасибо, больше времени у меня нет. И очередной человек онлайн, и возвращаемся к удаленному хабу в Гане. Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Эдвард. Я представляю один из технических вузов в своей стране. Вопрос. Мой вопрос касается сельских местностей и того, каким образом мы должны обеспечить доступность интернета, доступ в интернет именно в сельских местностях. Как можно одновременно ограничить также случаи запугивания в интернете, насилия в интернете? Как можно ограничить хакерскую деятельность и достоверность информации о публикуемых в интернете? Да, это очень хорошая тема. Я думаю, что мы сможем обсуждать эту тему во время очередных выпусков IGF. И сейчас Хорхе, да, вам слово. Алло, здравствуйте. Yes, we can hear you. Да, мы вас слышим. Хорхе Хансио. This time talking from Switzerland, where I went back. На этот раз я подключился к вам из Швейцарии. Я вернулся в Швейцарию после нескольких дней, проведенных в Катовице. Хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить польское правительство, всех организаторов из Польши за то, что удалось в гибридном формате провести этот саммит. Огромное спасибо хозяевам нашего саммита, секретариату IGF, его сотрудники весь год работали, чтобы провести правильно это мероприятие. Хочу поблагодарить многостороннюю группу консультантов за то, что они довели дело до конца. Все это проходило в очень трудных условиях пандемии. Я очень рад, что, будем надеяться, очень скоро мы сможем встретиться лицом к лицу. Некоторые из нас уже сумели встретиться при разных случаях, но я думаю, онлайн-встречи – это тоже то, что очень хорошо работает. Я думаю, что мы проделали еще один шаг вперед в отношении организации цифровых саммитов. Мы делаем многое для изменения формулы нашей работы, чтобы приспосабливаться к новым условиям. Я буду наблюдать наши дискуссии и то, как мы будем сотрудничать с принимающими решения лицами. Хочу участвовать также в очередном цифровом саммите, когда мы будем говорить о глобальном цифровом соглашении, предлагаемом Генсеком ООН. Я надеюсь, что все это пройдет бесперебойно,
И надеюсь, что мы сможем говорить с разными заинтересованными группами. И Пол Митчелл, я думаю, будет таким же хорошим человеком для сотрудничества, как Эстер Айстерхадзер в этом году. Еще раз спасибо большое за слово. Огромное спасибо. Извиняюсь. Потому что у меня вот такое практическое замечание о структуре форума. Во-первых, поздравляю всех, в частности, поздравляю группу МАГ, консультационную группу, и поздравляю хозяев этого саммита, первого гибридного саммита IGF. Я думаю, что на основании этого саммита мы должны научиться чему-то новому. Так что моя обратная связь была бы таковой, что иногда трудно было бы участвовать физически в этом саммите, как бы все внимание было сосредоточено на тех, кто с нами соединялся, подключался в как бы гибридном формате в Zoom. Так что я считаю, что те, кто присутствует на месте, не получили должного внимания. Давайте будем пользоваться не коммерческими платформами, такими как Zoom, а вот платформами open source. Бесплатными. Я думаю, что чат мог бы просто проходить в более открытом формате, не только на платформе Zoom. Я думаю, что это могло бы, конечно, быть темой для работы МАГ, консультационной группы. Здравствуйте. Мой голос будет голосом гражданского общества. Хочу также сердечно поблагодарить консультационную группу МАГ. И хочу сказать следующее. То есть у нас есть много чего еще осталось сделать в плане того, чтобы связывать представителей населения с депутатами, представляющими их интересы. Я думаю, что именно на таком саммите можно было бы получить больше информации на тему тех депутатов и членов парламента, которые представляют их интересы. Я не вижу, чтобы кто-то в Zoom говорил, что они хотят взять слово. Так что давайте посмотрим, есть ли желающие выступить здесь, в зале. Кто-либо хочет выступить? Да, пожалуйста, подойдите к микрофону. Здравствуйте, приветствую всех. Буду говорить по-французски. Огромное спасибо этому городу за эту прекрасную встречу. Раньше были выступления, которые делали упор на некоторые аспекты. Я просто стал оценивать должным образом то, что сказала наша сестра из Судана. Интернет — это рамки для молодежи главным образом. И вот в таких условиях надо просто подумать о всех молодых людях, страдающих, потому что у них нет обучения, нет доступа к воде, нет доступа к безопасному продовольствию, нет доступа к возможности свободно путешествовать по миру. Все, в частности, учитывая проблему миграции за последние годы, это превратится в большую трагедию. Моя страна, оценивая должным образом роль интернета, мы будем делать упор на права человека, постараемся заставить политические власти, чтобы они принимали меры для того, чтобы свобода и права соблюдались именно в интернете, так, чтобы интернет стал фактическим инструментом развития. Так что эти прекрасные рамки, в которых надо совершенствовать услуги, в частности, что касается столбов развития. Спасибо, Катавице, спасибо польскому народу.
Здравствуйте. Я благодарю вас за организацию этого цифрового саммита. Я думаю, что он прошел очень успешно. Я хочу сделать следующий комментарий. Мы должны наверняка более четко сформулировать критерии для того, чтобы данная организация могла быть аффилированной при IGF. Есть организации людей, живущих в Европе, в США, в других развитых странах. Они не могут подавать заявки о получении стипендии, потому что принципы и правила были изменены. Изменены были принципы подачи заявок о присвоении стипендии. Так что прошу вас пересмотреть эти критерии. Да, я думаю, что мы возьмем это себе на заметку. И сейчас мы перейдем в онлайн. И прошу прощения, если я неправильно произнесу ваши фамилии или имена. Давайте подождем одну минуточку. Пока. Да, здравствуйте. У меня была проблема с микрофоном. Спасибо огромное. Приветствую всех. Такая большая просьба, которую я хочу выразить. Хотелось бы, чтобы в рамках IGF дать возможность больше развиваться сетям NRE, то есть национальным, региональным и молодежным организациям. И было бы хорошо, если бы сети NRE получили должную поддержку. И я хотела бы также попросить всех, в частности, организаторов форума IGF, чтобы они приступили к дальнейшей поддержке и содействию развития NRE, всех этих сетей. Я думаю, что секретарь форума IGF мог бы сделать больше для этого развития. Спасибо. Огромное спасибо за микрофон. Я буду говорить по-французски. Уважаемые коллеги, я хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить нашу принимающую страну, Польшу, и, конечно, за организацию саммита IGF. Благодаря прекрасной организации оживилась дискуссия на тему управления интернетом, показалась также правильность модели многостороннего управления интернетом. И вот два замечания. Качество дискуссий замечательное. И вот важность языков и также языкового разнообразия на таком форуме. Последняя пленарная сессия на тему интернет-форумов, международных форумов. У нас прозвучали высказывания по-арабски, английски, французски, испански. Это показало богатство этого форума и укрепление инклюзивности в цифровом мире. Это также доказательство силы гибридизации таких мероприятий. И в частности, также других такого рода форумов во всем мире. Thank you a lot for
Спасибо большое. Меня зовут Катерина. Я приехала и вместе с делегацией, представляющей молодежь в рамках Совета Европы. Я сердечно благодарю за возможность провести эту неделю в Катовице. Во время этого форума появилось очень много встреч, касающихся управления новыми технологиями, которые уже формируют нашу жизнь. Как представитель так называемого молодого поколения, я хочу сказать, что мы всегда стараемся устанавливать связи с теми, кто принимает решения, представителями властей. И я рада возможности, чтобы не только слушать, но и высказаться. И поэтому во время одного дня форума мы участвовали во встрече с парламентариями, в частности с депутатами Европарламента. И в рамках этой встречи мы поделились нашими общими опасениями в плане политики Евросоюза. Это была очень хорошая встреча, продолжающаяся один час, но она показалась нам гораздо более конструктивной, чем многие панельные дискуссии, потому что участники были очень сильно вовлечены в разговор. И хотелось бы, чтобы больше таких форматов в рамках IGF могло бы появиться. Это было бы очень полезно для молодого поколения, чтобы мы могли принимать участие, брать слово и непосредственно общаться с парламентариями. Спасибо. Да, мы стараемся с 2019 года продвигать именно вот такого рода события и мероприятия, потому что вот уже тогда представители молодежи говорили нам о том, что они хотели бы играть более важную роль во время цифровых саммитов. Сейчас голос Дженны, то есть она возьмет слово. Здравствуйте. Огромное спасибо за возможность выступить. Здесь Дженна. Я представитель инициативы IGF «Молодежь региона Азия-Тихий океан». И хочу сердечно поблагодарить всех за усилия для того, чтобы все могли встретиться во время этого форума. Некоторые подключались к нам в удаленном режиме, и это вообще было невероятно, что в такой гибридной форме нам удалось организовать этот саммит. Но я думаю, что уже 2 года такие удаленные дискуссии мы проводим, и складывается впечатление, что мы, возможно, должны заново определить нашу роль в контексте управления интернетом. Я замечаю усилия и работу секретариата IGF и также сетей ANRI по укреплению сотрудничества с заинтересованными лицами во времена пандемии, но я думаю, что важнее было бы принимать участие в реальном мире, то есть выйти за рамки Zoom'а. Надо было бы найти какие-то новые способы, чтобы наши дискуссии стали более как-то такими ощутимыми, потому что я думаю, что пандемия так быстро не закончится. Возможно, больше поддержки со стороны секретариата IGF здесь было бы полезно. Хорошо было бы, чтобы наш уровень участия был выше все-таки. Спасибо большое. Спасибо, Дженна. Попросим следующий голос. Добрый день или добрый вечер, в зависимости от часового пояса. Меня зовут Лили. Я услышала уже многие комментарии, которые прозвучали здесь. И я, наверное, буду высказываться по поводу того, что уже было здесь сказано. Мы видим, что в цифровых саммитах IGF участвует все больше молодежи. Наша рекомендация, которая также
следует из замечательной сессии, которую мы провели вчера. Это была сессия, которая относилась к новым цифровым навыкам. И в том помещении находились исключительно молодые люди. Я подумала, что, вероятно, вклад молодых людей в заключение, которое формулируется после такого мероприятия, должен быть большим. Давайте обсудить такое предложение, чтобы на каждой сессии лучше представлялись молодые люди, молодые поколения, потому что это те люди, которые в будущем будут формировать нашу действительность. Спасибо. Добрый день. Я приехал из Индии, профессор Абинош. Это мое первое участие в саммите IGF. Главной областью моих исследований являются правовое урегулирование и законоположения, касающиеся искусственного интеллекта. Я научился очень многому. И у меня такое предложение. Если мы хотим регулировать лучше то, что происходит в интернете, то нам нужны более многодисциплинарные усилия, то есть такие, которые выходят за правовые заключения. У меня такой план, чтобы эти работы продолжать, вернувшись в университет. Я постараюсь запустить в нашем ВУЗе центр по управлению интернетом, потому что много мы говорим о правилах урегулирования. Но нам необходимо привлечь к этому также сотрудников правосудия, чтобы эта дискуссия была более конкретной, чтобы в последующие годы мы могли пригласить профессоров права или судей судов высшей инстанции, потому что тогда эта дискуссия могла бы стать более конструктивной. Спасибо. Я думаю, что действительно нам не хватает такой всеобщей сессии, куда можно было бы пригласить сотрудников правосудия. Спасибо за ваше высказывание. Добрый день, Дженнифер Чанг. Я буду говорить от своего имени. Прежде всего, я хочу выразить свою благодарность и уважение ко всем тем, кто с нами соединились в ходе этого цифрового саммита из региона Азии и Тихого океана. Очень трудно, я знаю, участвовать в таких встречах, которые проходят в рамках графика, который подобран к совершенно другому часовому поясу. И я поэтому хочу выразить мою огромную благодарность Польше. Польша, как страна-хозяин, сделала огромные усилия. Но я благодарю и организаторам, и IGF, и группе МАГ. Вы тяжело работали с целью обеспечить всем возможность соединиться с нами и через Zoom из Мьянмы, из таких мест, где очень трудно сейчас участвовать в таких трудных дискуссиях о нашем цифровом будущем. Сердечно благодарю всех, кто позволили провести эти встречи. И я благодарен. Господин Томас Шнайдер. Господин посол, спасибо. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Польшу за проведение этой встречи, этого саммита. Я благодарен нашим хозяевам, и я благодарен многосторонней консультативной группе. Сердечно благодарю сотрудников Бюро специального посланника Генерального секретаря по технологическим вопросам. Благодарю секретариат IGF. Мы заметили, как разнообразны потребности людей в разных уголках мира.
Мне кажется, что форум IGF есть такая площадка, на которой можно делиться опытом. Голоса сообществ из разных уголков мира могут быть выслушаны. И, по-моему, проблема состоит в том, что все еще существует большой разрыв между возможностью высказать свои желания и возможностью привязать это к деятельности соответствующих учреждений, органов, принимающих решения, внедряющих новые решения и политики. Мне кажется, что нам необходимо построить какой-то лучший мост, который соединялся бы нас с органами, принимающими решения, и это должно стать нашей целью. Если этот форум считать серьезно, то мы должны иметь возможность передавать заключения и выводы из него решающим органам. И панель предводителей, который является IGF, позволит нам это сделать. А теперь время вопроса, который задать вопрос через интернет-хаб. Добрый день, сердечно всех приветствую. Благодарю вас, господин председатель, за то, что предоставили мне слово. Меня зовут Фред. Я с вами соединяюсь из Ганы. Я один из молодежных послов IGF за 2021 год из Ганы. И меня особенно в ходе этого цифрового саммита заинтересовало все то, что происходило на этапе подготовки. Мне очень интересны были подготовительные сессии, состоявшиеся до начала этого выпуска саммита. И здесь я благодарю многостороннюю консультативную группу, страну-хозяина и команду ООН за то, что эта подготовка была проведена так удачно. Конечно, есть некоторые вызовы или проблемы, связанные с тем, что голоса молодежи, может быть, не всегда слышатся. И, например, на многих главных общих сессиях среди докладчиков не было представителей молодых людей. Вот, например, на пленарных сессиях или во время заседаний многосторонней консультативной группы голосов молодых людей не было. Часто они присутствовали среди аудитории, но они также должны быть представлены среди докладчиков, чтобы эти молодые люди могли в текущем режиме участвовать в дискуссии. Мне кажется, что с момента проведения молодежного саммита необходимо предоставить голос молодым и сделать так, чтобы голос молодых также слышался во время саммита, как и во время других саммитов, проводимых в рамках деятельности IGF. Просим, чтобы дать молодым людям возможность заседать среди докладчиков в дискуссиях, чтобы их голоса слышались и чтобы могли учитывать в отчетах, которые потом подводят итоги проводившимся дискуссиям. Спасибо. И я благодарен за этот комментарий. Следующее лицо. Спасибо. Чингитай. Меня зовут Назар Николас. Я из Танзании. Я хочу сказать одно. Во-первых, одно. В секретариате многосторонней консультативной группе заседают немногочисленные люди, но то, что они делают, переходит в реальные изменения в миру, и тогда я прошу громкие аплодисменты этим людям. Вы делаете замечательную работу, вы поддерживаете организацию и группу НРИ, вы поддерживаете удаленные хабы. Поэтому мы действительно сталкиваемся с реальными изменениями, которые вы вводите благодаря своей деятельности. Вы заботитесь о том, чтобы мы все могли услышать голос каждого человека,
кто с нами только соединяется, например, во время этого саммита из самых отдаленных уголков мира. Я хотел бы также отметить вопрос школ по управлению интернетом. Это такие организации, которые приводят к тому, что мы можем передавать информацию о тех процессах, которые проводятся в рамках саммитов IGM молодым людям. Благодарю за такие инициативы, и я надеюсь, что они будут продолжаться в будущем. Спасибо. А теперь вопрос, который будет задан человеком, который соединяется с нами через интернет. Добрый день, меня зовут Анрак. Я один из молодежных послов IGF за 2021 год. Хочу поделиться моим личным опытом и поблагодарить за эту сессию, за те сессии, в которых я участвовал в ходе этого саммита IGF. Это был мой первый саммит. Я очень рад, что очень отчетливо прозвучали здесь вопросы, касающиеся прав коренных народов. Я рад, что я мог участвовать также в дискуссиях на тему того, каким образом можно разговаривать с молодыми людьми и также как наращивать навыки молодых людей, например, из разных групп коренного населения по цифровой компетенции. Я думаю, что вместе мы сильнее, поэтому мы не можем забывать о коренных народах. Также мы должны заботиться в цифровом пространстве о том, чтобы у этих людей был доступ к современным технологиям, потому что интернет — это площадка для всех, и давайте не забывать об этом. Благодарю за это внимание. Теперь я уже закрываю очереди к микрофонам. К сожалению, никаких больше комментариев добавить к нашей дискуссии мы не можем. Выступление на французском языке. Добрый день. Меня зовут Ансия из Бенина. Я хочу сердечно поблагодарить хозяев и группу МАК за замечательно проделанную работу, благодаря которой этот саммит 2021 года мог пройти независимо от пандемии. Это для меня честь быть здесь. А мое замечание, мы видели, что участвовали люди, соединялись с нами онлайн, и были языковые проблемы. Как сделать, чтобы каждый человек мог участвовать в саммитах IGF, говоря на собственном языке, а если не на собственном языке, то хотя бы на рабочем языке ООН? Как сделать, чтобы все эти рабочие языки ООН употреблялись на встречах? К сожалению, в ходе этого саммита мы видели, что эти все языки употреблялись только в одном зале. Мы должны над этим работать и изменить это в будущем. Эти встречи должны быть гораздо более многоязычными. Тут были министры. По моему мнению, такая сессия должна быть возможностью для тех, кто принимает политические решения, чтобы напоминать о своей вовлеченности. Мы не хотим, чтобы интернет стал благом высшего уровня. У каждого гражданина должен быть доступ к интернету, чтобы он мог работать, заботиться о себе и о близких. Благодарю. Да, спасибо за это замечание. Действительно, это вопрос, который проблематичен, потому что он связан с ресурсами, которыми мы распоряжаемся, и, конечно, финансовых ресурсов тоже. Если эти средства мы используем, чтобы обеспечить услугу одного рода, возможно, их нам не достанет, чтобы оплатить другие расходы. И, может быть, тут необходимо уравновешивать вопрос одних и других ресурсов. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Хосе. Я представляю молодежь из Африки. И что касается управления интернетом в глобальном измерении, все время мы видим разрыв между странами севера и юга в отношении доступа к интернету, искусственного интеллекта и также
достижения целей устойчивого развития. Так что как мы здесь можем обеспечить равновесие в Африке? Интернет стал бизнесом, так можно сказать. Что мы с этим должны сделать? Качество доступа к интернету не удовлетворяет, никогда нас не удовлетворяло, а вот пандемия показала, что цифровой разрыв влияет отрицательным образом, в частности, на молодежь. Мы об этом очень долго говорим, но наши голоса не учитываются. Но вот давайте не будем забывать о том, что будущее мира зависит от молодых людей. Мы должны разговаривать с лицами, принимающими решения, с органами управления. Если какие-то права формируются, они должны соблюдаться на практике, чтобы улучшать ситуацию всех, в частности, молодежи и молодых людей. Спасибо. И сейчас комментарии участников IGF, который подключился через интернет. Спасибо. Я из Голландии. Хочу поздравить хозяев с организацией этой конференции в гибридной модели ввиду пандемии. Спасибо большое за то, что мы можем участвовать в этом мероприятии. Я не смог прибыть в Польшу, но тем не менее я участвую в прениях. Это замечательный гибридный формат, который помогает всем принять участие в дискуссии. Качество этих сессий было замечательным, очень разнообразная тематика. Конечно, были и такие темы, которые появлялись очень часто, например, права человека, но совершенно новые темы также здесь прозвучали, например, искусственный интеллект. Так что вот этот саммит IGF, это была очень качественная встреча. Я буду надеяться, что так и будет в будущем. Спасибо. Вольтенатис. Я представляю коалицию по стандартам безопасности в интернете. И что я хочу сказать? В этом году я, в частности, доволен программой, направленной на молодежь. Мне это очень нравится, потому что в рамках нашей динамичной коалиции мы стараемся сотрудничать с молодежью, расширять их возможности для обучения, для получения новых навыков и умений. Хочу также назвать работу, проделанную с Ариной в рамках ее динамичной коалиции. Я очень впечатлен. И мы действительно отдаем большой поклон Сарине и ее команде. Да, здесь должны прозвучать бурные аплодисменты. Да, пожалуйста, бурные аплодисменты Сарине и ее команде. И динамическая коалиция – это формат, который будет учтен также в модели IGF+. У нас была также такая сессия, которая посвящалась их работе. Тот прием был очень также теплым. Хочу поблагодарить хозяев. Вы сделали хорошую, отличную работу. Очень благодарен вам, что мы смогли в этом году встретиться. Спасибо. Очередной комментарий. Павел Ургач. Я хотел бы прокомментировать вопросы, которые были здесь названы. Я высказываюсь как человек из страны, в которой этот форум происходит. Я давно уже живу в Катовице. Я очень рад, что мы можем вас здесь принимать. Я очень рад присутствию молодежи и представителей научной среды. Наше участие в организации IGF было действительно огромным. Я надеюсь, что голос молодежи будет звучать так же сильно
и в следующих годах. Здесь прозвучало очень много интересных дискуссий. Надеюсь, что они превратятся в действительное сотрудничество при разных проектах. Я хочу сказать, что в Польше летом действительно прекрасно, так что приезжайте сюда в качестве туристов, когда погода будет получше. Да, я уверен, что действительно лето в Польше является прекрасным. И сейчас выступающий по-французски, я из Буркина-Фасо, хочу поблагодарить ООН за эту панель, потому что мы можем говорить об управлении интернетом. Благодарю страну, принимающую форум. Тут прозвучали уже вопросы языкового барьера. IGF должен быть международным форумом. Тут туда приезжают люди изо всего мира, так что надо предусмотреть возможность для всех участников, чтобы они понимали, что происходит в панельных дискуссиях, даже чтобы разные выводы или отчеты также переводились на многие языки. Это было бы очень полезно. Второе. Надо также подключить правительство в максимальной степени. Мы говорим об управлении, но мы гражданское общество. Мы не можем ничего сделать без участия правительства или органов власти. То, что здесь прозвучало, должно быть услышано или передано тем, у кого есть власть, чтобы принимать решения. Они должны подключиться, чтобы именно вот этот посыл был передан им, чтобы во всем мире можно было развивать интернет. К сожалению, нам пришлось уже закрыть очередь, уже нельзя записываться в очередь, но те, кто записался, могут, конечно, высказаться. В противном случае мы бы оставались здесь до завтрашнего дня. Спасибо, приветствую всех. Хочу прокомментировать то, что здесь было сказано, и еще раз выразить свое признание для Польши как принимающей страны. Хочу также похвалить секретариат и всех организаторов этого мероприятия. Очень рад, что смог в нем участвовать. Огромное спасибо. Извиняюсь перед теми, кому не удалось записаться в очередь, но комментарии можно также передавать письменно по электронной почте. И, конечно, мы все учтем. У нас есть транскрипция этого мероприятия. Все комментарии, которые здесь прозвучали, будут приниматься во внимание, будут учитываться в отчетах. Спасибо. Сейчас перейдем к комментариям членов нашей панельной дискуссии, которые здесь со мной на сцене. Они будут подводить итоги. Огромное спасибо за комментарии. Вот то, что сказал Томас, насколько здесь разнообразные потребности. И мы всегда стараемся откликиваться на эти потребности. Мы понимаем языковой барьер. Мы стараемся как-то найти баланс. Это очень трудно. Но вот что для меня особо важно, это то, что мы должны открыто говорить и распространять информацию о том, что такое IGF, чем занимается этот форум. Мы должны распространять такую информацию. Например, вот в некоторых странах интернет отключается. Это большая тема. Она здесь озвучивалась, но, возможно, не так уж недостаточно. Вот все должны понимать, что именно даже и такие темы здесь появляются. И вот последний комментарий, прежде чем я поблагодарю наших хозяев. А именно, мы должны всегда помнить, что IGF – это саммит, в рамках которого мы можем говорить также о спорных вопросах. Мы не приезжаем на цифровой саммит, чтобы просто льстить друг друга и чтобы восхвалять все. Мы должны также спорить и говорить о спорных вопросах.
дать слово тем, кто хочет выражать свои опасения или обеспокоенность. В рамках этого форума мы должны позаботиться о том, чтобы голос всех заинтересованных сторон был услышан. Огромное спасибо хозяевам за их вклад в организацию, за их открытость. В том смысле, как они подошли к организации этого саммита. Благодарю хозяев, благодарю Пшаймака, Анну, Кшиштофу, Виктору. Виктора, я хочу сказать, что вы были невероятными. Хочу поблагодарить многостороннюю консультационную группу, которая здесь в 2021 году выполняла свои обязанности в этих трудных условиях. Но мне было действительно... Для меня это была большая честь с вами сотрудничать. И огромное спасибо секретариату. Вы прекрасная команда, дружный коллектив. И вклад Марии Франчески и ее команды тоже должен подчеркиваться. Вы стали частью нашей большой команды. Вы также делились своими достижениями. Спасибо огромное. Приглашаем вас участвовать в очередных саммитах. Приезжайте, подключайтесь. Пусть эти оживленные дебаты продолжаются. Госпожа секретарь, я буду говорить по-французски. Если вам нужен перевод, пожалуйста, воспользуйтесь им. Я хочу сказать несколько слов по-французски, потому что ООН — это не только английский язык. В интернете мы все слышим английский. Конечно, это не обязательно. Давайте сделаем что-нибудь для того, чтобы другие языки также прозвучали, и чтобы лингвистический аспект также был учтен. А сейчас я буду говорить по-английски. И многие сессии, в которых мы участвовали, оказались очень разнообразными, очень ценными, содержательными. Мы, несомненно, подведем итоги всех и лучшим образом используем все результаты при разработке программы следующего саммита IGF. Спасибо огромное предыдущему спикеру. Думаю, мы будем продолжать намеченный им путь. И хочу также приветствовать, или нет, может быть, я хочу пожелать всего хорошего следующему председателю, который присутствует виртуально с нами. И хочу также поблагодарить Польшу как хозяина нашей встречи. И еще быстренько Пол Митчелл возьмет слово. Он будет следующим председателем многосторонней консультационной группы МАГ. Я знаю, что мы уже вышли за временные рамки, но вот с вашего разрешения мы еще кое-что скажем. К сожалению, мы тебя не слышим, Поле. Да, это было очень изумительно, что я мог узнать, чем занимаются разные группы участников форума IGF. Извини, Пол, мы вообще не слышали с самого начала. Ты мог бы начать все сначала? Да. А сейчас меня слышно? Да, слышно. Так что еще раз хочу сказать, что я полностью согласен с тем, что сказал Анриет. А именно, данная дискуссия, проходящая здесь в рамках форума IGF, показала нам, как, насколько важно, чтобы мы не упускали из виду как обещаний, так и угроз, связанных с использованием интернета. Мы будем стараться, чтобы
интернет был открытым, инклюзивным, свободным, и мы хотели бы как можно больше лиц в это вовлекать, к этому приглашать. Я думаю, что мы будем продолжать замечательную работу МАГ. Для меня это были очень интересные, содержательные, ценные сессии. Уважаемые дамы и господа, огромное спасибо за все комментарии. Наше время подходит к концу. Я подведу итоги и хочу здесь прокомментировать некоторые высказывания во время этой сессии. Вот Анриет Эстерхойзен, она человек, который все это координировал, председатель МАГ в этом году. Огромное спасибо, Анриет. Я, конечно, хочу забрать эти цветы с собой. Кристоф, ты замечательный человек, очень эффективный человек. Это было просто удовольствие работать с тобой и с твоей командой. Спасибо за это. Поскольку мы уже вышли за наши временные рамки, давайте закрыть эту сессию. Спасибо огромное за то, что вы с нами были, кто подключался онлайн, кто присутствовал на месте, кто оставался до поздней ночи, кто подключался ранним утром. Еще раз огромное спасибо, Анриет, председатель консультационной группы МАГ. Мы будем продолжать наше сотрудничество. Здесь ничего не изменится. Огромное спасибо.